Hello, you guys. Сегодня я вам покажу, как делать тяжелые картины, тяжелая живопись. Это получается так, что ты берешь очень много краски, mm-hmm. да, потом просто начинаешь... И уже путем этих фигур, и здесь еще можно что-то... И это будет потом очень тяжело. Сейчас мы еще для показа немножко... освещаем это с геранями, ну типа геранями все. Кстати, вообще сейчас я Гуган заново изобрел. Гуган просто отдыхает. Гуган отдыхает. Прекрасно. Честно говоря, так. Даже немножко издали, конечно. И ну вот это тоже можно чуть-чуть. Вот уже картина, которая стоила бы 3000 рублей, уже стоит 15. Пожалуйста. Прекрасно. Аплодисменты. До свидания.